Как видим, здесь люди подходят. Подходят люди. Полицейские сотрудники им разъясняют, что проруби в этом году нет. Просят быть осторожным. Вот. Просят переходить по одному. Скажите, вы пришли сюда на прорубь? Да, я на прорубь. Ага. Ну и какие у вас чувства? Я поеду на Красную Горку, Ну, короче, в другое место поедете. Да, 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 да. Ага. Это вот. Православный, крещенный? Да, православный. Ага. Крещенный. Ну, достаточно много здесь людей собирается. А, каждый год сюда ходите, да? Ну, я в разные места хожу. Понятно. Этот год ближе, скажем. Я прошлый год на Красную Горку ездил. Понятно. А этот раз вот здесь нет. Ну, вот так люди приходят, получают отворот-поворот. Зорко следят сотрудники полиции, чтобы не было нарушений безопасности. А как безопасность здесь выглядит, мы видели только что. И кусок льда, образец льда, как образец обмана, захватили с собой. На эту зиму хватит. Сейчас он растает.